блокчейн-технологии внедряют в медицине. Подразделение корпорации IBM Watson Health разработает блокчейн-платформу для сбора и распространения медицинских данных. В рамках этого проекта было подписано соглашение о сотрудничестве и совместной работе с центрами по контролю и профилактике заболеваний США. Главная задача проекта – объединение потенциала блокчейн и искусственного интеллекта для предоставления наиболее эффективной медицинской помощи. По мнению вице-президента и главного специалиста по вопросам здравоохранения IBM Кьюри, применение искусственного интеллекта в медицине позволит потребителям использовать домашние системы здравоохранения так же легко, как и домашние системы безопасности. Приватность и безопасность на первом месте. Данные пациентов доступны только им, и решение о доступности данных третьим лицам принимает сам пациент, добавил Ри.